Мы сегодня находимся в Велесе и хотим поздравить его с наступающим Новым годом. Пожелать прежде всего силы, поддержки людям, которые занимаются данным делом, помогают животным, спасают их, чтобы следующий год не приносил много подопечных, которые нуждаются в реабилитации, и чтобы те животные, которые находятся сейчас на данном периоде в центре, были выпущены на волю и смогли существовать в более уже добром мире благодаря именно такому центру, как Велес. Спасибо большое тем людям, которые этим занимаются, которые постоянно этим занимаются, которые приезжают и помогают. Не забывают. Больше вольеров, больше земли, больше еды и лекарств. С наступающим Новым годом! Друзья, ты. Хотим также сказать, что дело каждого маленького человека, который сюда приезжает и помогает, привозит там продукты, переводит денежку или там помогает с теми же самыми вольерами, так как не хватает рук, это большой вклад для всеобщего дела, и не надо думать, что если не я, то кто-то другой. Нет, только ты можешь что-то сделать и помочь, и только в совокупности будет это дело приносить какой-либо успех и результат.